Вот он, Ноль Шлайнштайн, к которому мы сейчас пойдем. А вот второй замок. Шлайнштайн, где он рос. Это Людвиг II Баварский. Это дорога на Мариенбрюке. Здесь на площадку, с которой будет видно замок. Ну, вот это вот такие, такие здесь пейзажи по этой дороге. Наверх на смотровую площадку. Мостик Мариенбрюке, с которого все видно очень хорошо. Видно Ноль Шлайнштайн. Уходим со смотровой площадки от замка и идем далее в сам замок. К нему, а потом едем. Вот она, эта смотровая площадка. Ну, какие камни здесь. И какие здесь красивые эти корни. Красивые корни. Вот здесь вот такие корни. Буковые. Сосновый лес. Мы идем к замку. Понимаешь, мы мокрые будем сидеть несколько часов в автобусе. Не будем. Мы мокрые будем ходить по Мюнхену. Не ворчит, все записывается. Это все записывается. Идем. А на фоне этого? У меня другой обуви нет, кроме кроссовок и тапочек. Идем к замку. Вот еще с одной точки снизу из парка. Пошел дождь, все сильно. Ну вот замок здесь отсюда, из арки. Вот. Это вид со смотровой площадки Ноль Шлайнштайн, замка. Такой замок его отца. И это Альтенштейн. Облака цепляющиеся. Там и дальше город. Это вот там, оттуда, откуда мы пришли. Вот это смотровая площадка, которую мы снимали. Вот внизу водопадик. Там какая-то пещера. Кухня. Кухня замка. Здесь снимать можно. Модель этого замка стоит внизу. В котором мы сейчас находимся, в котором были внутри. Здесь печка. Какие-то пристроечки здесь. Последние кадры. И мы уходим. Здесь выход. Все. Вот это горная речка. Дорога обратно. Ну вот это Альпийское озеро, Альпзей. Как раз около этого замка. В нем я тогда 6 лет назад купался. Хорошее озеро, красивое. Сейчас.
Вот там я плавал. Ну, видишь, вон там скалы. И вот здесь, и вот там вот где утки, вот сейчас где утки плывут, вот там я плавал. Она мелкая, я дошел до чуть ли не 50 метров от берега. Но вот там залез, там в кустах можно было раздеться. Немцев не ходят часы на центральной ратушной площади. Ну ладно. Это город Мюнхен. Центральная улица Таль. Так, вот она площадь центральная с ратушей старой, в которой происходят всегда эти действия знаменитые. Я их снимать не буду, потому что я их уже снимал. Это только трата времени. Это ратуша, ратуша. Вот это ратуша. На этом здании ратуши здесь и происходит вот этот праздник. Вот этот. Два раза в день. Первый раз вот в 11, а второй раз сейчас. Минут. Сейчас тут будет действие, связанное с тем, что они будут драться, рыцари на коня. Вот он выезжает, видишь? Сейчас один другого копьем. Сейчас пока он просто проедет, а потом в следующий раз начнут поединок. Трубачи, герольды. Вот он, знаменитый зал. Вот слева кружки видишь, фамильные? Фамильные кружки видишь? Вот он зал. Вот он, Хоббрук-хаус. Пойдем вот теперь по кругу за мной, иди. Вот видишь, столы какие? Ну правильно. Ты посмотри на столы. Вон справа кружка. Вот он, оркестр, ага.
собираюсь. Пойдем в туалет, пока сходим. Вот это пивная, это основной вход в нее, по брухаус. О, я нашла, хорошо. А теперь мы идем сюда, а? Хорошо. Слушай, здравствуй.